Всем привет, ребят, и с вами Леха, и сегодня у нас на распаковке Razer Ballistix X, Hyperspeed, Bluetooth, свисток и, собственно, все от батарейки. Интересно, кстати, в комплекте батарейка есть. Так, мне нужен скальпель на английском языке. Вообще не режет. Так, открыли пломбу. Ой, как некрасиво открыл, порвал коробочку, ну, бывает. Так, собственно, тут мышка, тут instructions, как пользоваться, ну, это типа, скорее всего, спасибо, что купили. Вот, если интересно. Все, в коробке больше ничего. Откидываем. Тут у нас что? Так. Есть батарейка. Пальчиковая. Энержайзер, как мне кажется, лежит. Да. Энержайзер. В Logitech'е было Duracell. Если что. Тут как-то, наверное, сэкономили. А, стоимость мышки расскажу. Короче, стоит она в среднем от 4500. Сейчас в Эльдорадо МВидео акция по 3600 продают. И еще были подарочные бонусы, собственно, от Эльдорадо за 2600. Собственно, мышка. Блин, такая. Щелкает. Вот этот лючок снимается. Тут, собственно, свисток сюда вставляем. Так. Вставил. Никакой тут подсветки нету, кроме индикации вот, собственно, сверху. И, ну и тут 2.4, но это по свистку. И, собственно, Bluetooth. Короче, просто зашел в меню поиск. Ой, меню Bluetooth. Скорость вообще нереальная просто. По сравнению с вот этим, как я пользовался, я даже не знаю. Надо привыкать. Скорость, собственно, переключения. Еще дополнительные кнопки. Ну, для игр. Можно назначивать. Ну, вот если будете играть с ней. Но это игровая все-таки мышка. Скорость просто нереальная. Вот посмотрите. Классно, палец лежит. Вот эти кнопочки дополнительные. Ну-ка. Но на Маке они не работают. Их надо назначать, я понял. Может быть, если есть приложуха на Мак, может быть, поставить. А так. Все работает. Если хотите, я запишу опыт эксплуатации. Там хотя бы через месяц или там в течение полгода. Короче, попользуюсь. Вам пишите комментарии, если вам это интересно. Ладно, всем пока. Thank you.